Жителям сел в Павлодарской области помогают освоить азы правовой и финансовой грамотности. Общественники провели очередную встречу с жителями села Атамикен. Рассказали им, как можно эффективно создать неправительственную организацию и получить грантовое финансирование на реализацию гражданских инициатив. Известная в округе мастерица Галия Сунгатова выходит на новый уровень. Сначала организовала кружок рукоделия в поселке Атамикен, а теперь хочет создать неправительственную организацию. Это позволит получить грант, что даст больше возможностей для самореализации. Я хочу дальше развивать свое дело и масштабироваться, а для этого необходимо официально зарегистрироваться и оформить неправительственную организацию. Вот как раз тут и мне и помогает проект «Аула Манате». Мне предоставили помощь специалистов, а также посоветовали, как лучше реализовать мои идеи. Эксперты социального проекта разъясняют сельским жителям, как правильно реализовать задуманное. После каждой встречи создается инициативная онлайн-группа. Получив необходимые знания и навыки, местное сообщество дальше идет к цели самостоятельно. В любое время им придут на помощь, подчеркивает координатор социального проекта Мадина Махметова. У нас много очень обращаются по юридическим консультациям, по правовым консультациям, по участию в грантовом финансировании. Очень много вопросов, как зарегистрировать НПО, составить устав. Результатом станет появление новых инициатив участников соцпроекта «Аула Манате». Уровень удовлетворенности их запросов способен достичь 85% и максимально масштабироваться в сельской местности. Ербул Абишев, Далер Кушкарбаев, Марат Игликов из Павлодара, 24 КИЗ.